Добрый день. Женские футболки Sprider. В этом лоте конкретно только женские, я мужских не встречала. И этот лот отличается от других тем, что здесь прямо вот, ну скажем так, немного, но процентов, наверное, 15 это футболок больших размеров, женских. У них есть у всех этикетки, но упаковок у них нет. Они без брака, то есть пока мы их раскладываем, может где-то какое-то пятнышко, которое не увидели, но в целом у них брака нет. У них есть шов, это европейская модель футболок, то есть у них два шва. И хлопок у каждой модели свой. Здесь в принципе 4-5 моделей в разных размерах, разных цветовых гаммах, но сам по себе хлопок, он где-то потоньше, а где-то потолще, зависит от модели. Итак, поехали. Но в целом больше всего здесь Джордж, английский бренд. Вот у них немножко она, как вам сказать, поплотнее. А так в целом эти футболки комфортные по цене. Очень комфортные по цене. То есть у них себестоимость 75 рублей получается за одну футболку. Вот, хороший хлопок. Я уверена, что краска, вот видите, еще одна большого размера, которые не покрашены, тоже имеют хорошее качество. И мне, допустим, нравится в них то, что они подойдут под любой случай, у них нет принтов, они универсальные. Разные модели. Вот эти модели оверсайз, у них вместо рукавов крылышки, и они такие прямые, а есть спортивные такие, приталенные уже. Вот это вот оверсайз, это, видите, она классическая футболка. Тоже классическая, большого размера. Размеры разные, цвета разные. Тоже большого размера. Брак отсутствует. Они, на мой взгляд, хорошо поддадутся, вот даже, видите, майка встретилась, хорошо поддадутся принтам, и прогнать их на принтовальной машине, ну, не составит сложности, если кому-то вот очень захочется. Любой принт можно на них поставить. Это все. Итак, это были женские футболки Sprider, 100% ХБ. Подробную информацию под видео.